Главный герой пьесы – Джику, покинувший свою родину из-за нелегкой судьбы. Что происходит с ним там, на чужой земле, описывает в своей пьесе Георгий Балабанов. За ее постановку решил взяться актер театра «Смешин Петек» Валентин Дмитриев. Это его пятая по счету режиссерская работа. Я когда его прочитал, на меня просто поразило. Там тема такая актуальная. Вообще Балабанов пишет вообще все актуальное. О чем она? То, что у нас сейчас творится не только у нас, а во всем мире. О трагической судьбе людей, которые переселились на чужбину не от лучшей жизни. И как у них там тяжело им живется. Концовка у нас, тяжелая. Сам спектакль тяжелый. Не самая легкая, как и сама пьеса, работа актерского состава. Столбик термометра на стене сурово показывает 6 градусов тепла. Героя Виталия Иванова зовут Кривдата. С болгарского языка его имя обозначает «неправда, ложь». Актер признается, во время репетиции приходится обогреваться мысленно. Мой герой – врун, лжец, обманщик Кривдата. Со мной играет Правдата, который всегда борется за правду, всегда прав. А я всегда врун, лжец и обманщик. Правда, чуть не по себе играется, потому что чуть холодно в театре. Уже третий раз ставим спектакль Георгия Балабанова в холоде при такой температуре. Но единственное, что нас греет, это любовь к театру и любовь к искусству. С любовью к искусству и театру актеры с режиссером готовят премьеру уже на воскресенье, 26 января. К 3 часам дня они ждут самого автора пьесы с почетной делегацией из Болгарии.